На этих черно-белых фотографиях молодой Коля и Евдокия. Познакомились еще в студенческие годы. Стали друг для друга опорой и поддержкой на всю жизнь. Через месяц супруги Брюханчикова отметят 57-ю годовщину со дня свадьбы. Николай Иванович признается, что его жена – настоящая героиня. Переезжали, и это все ложилось на ее плечи. Книги, барахло, гарнитуры и так далее и тому подобное. Поэтому мы перед своими женами в большом долгу. 32 года в прокуратуре, из них несколько лет на ядерном полигоне Семипалатинска, после реабилитации на Кавказе. Он помнит все даты, награды и имена своих коллег, которые о Николае Брюханчикове тоже не забывают. От всей души, с днем прокуратуры. Спасибо. Долгих-долгих нам лет сотрудничества. Он коллекционирует монеты, пишет стихи и знает несколько иностранных языков. Заикаюсь на японском. Так. Анохита ваку сига хикуй, как говорят. Я скромный человек. Так. Поэтому занимался немецким в школе и в институте. Занимался английским. Легенда алтайской прокуратуры. Любимый муж, преданный семье и профессии. Завтра супруги обязательно соберутся за праздничным столом, а Евдокия, как всегда, подарит Николаю что-то скромное, но очень дорогое. Куплю ему рубашку свеженькую обновить, то самое по-домашнему тапочки. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.